О, вот они. Дамы и господа, будущие жених и невеста Эмили и Маркус. Что это за фигня? Эх ты, сукин сын! Ты сказал, что мы были лучшими друзьями. Да, это звучит, как я облажался. Что вы двое здесь делаете? Да! Боже ты мой! Прошу прощения, это частное мероприятие. О, это круто, мы знаем жениха и невесту. Мы встретили этих двух животных в Мексике. Давай, давай, давай! Да здравствует революция! Почему соль не имеет соленого вкуса? А потому что это кокаин. Что? Ну, мы прихватили его из дома. Вдруг вы когда-нибудь захотите это попробовать? Это просто зиплок в полной бутылке и шампуня. Это намного удобнее, чем когда он был у меня в заднице. Послушайте, мы не должны об этом распространяться. Это все из-за твоего «увидимся позже». Я сказала это, не имея в виду этого. Так поступил бы любой порядочный человек. Похоже, он очаровал Надеюсь, отца. Тебе будет комфортно вечером. До тех пор, пока в этом замешана хотя бы одна девушка. Куда бы они ни пошли... Пошел ты, маленький сучонок, с детским мечиком! Случается Армагеддон. Эти выходные посвящены только вам. Что ж, мне это нравится. И нам тоже. Господи! Всем доброго вечера. Что он там Наши делает? Наши с Маркусом пути пересеклись в Мексике. Там мы узнали друг друга получше. Интимно. Это лучшая свадьба, на которой я когда-либо был. Поставь бутылку себе на голову. Детка, он несерьезный. Мы выпили... Зачет! На этот раз ты попал в бутылку? Какого? Блин, хрена! Это было чертовски круто! Друзья по отпуску. Джекпот. Дьявольский член. Самый мощный волшебный гриб на Земле. Я съел это. Зачем? Ты же сам велел. Я не говорил ешь. Чувак, это. Все, к чему ты прикасаешься, превращается в наркотики. Озвучено для канала в рейтинге.